Самая важная профессия для юношей, для девушек. Инженер. Инженер транспортного машиностроения. Наша экономика должна быть транспортной. Это должно быть вперед на весь 21 век. Этот мост Керченский, вот так должна быть вся страна. Новые дороги, железнодорожные, шоссейные, то есть пневмотранспорт, струнный транспорт. То есть у нас есть наработки. И сделать, чтобы мы могли перевозить грузы всей планеты Земля, используя нашу территорию.